Всем привет, с вами Леви Геймс, и это Evolution Evot. Крутой Tower Defense. Так, смотрите, давайте сразу, пока я не заговорился. Сначала вот сюда вот поставлю, вот сюда катапульту, все супер, пусть катапульта пока стреляет. Это тоже крутая игра про, ну, наподобие Tower Defense. Смотрим, пробуем. Интересно, что здесь и как вообще здесь происходит. Здесь у меня катапульта, смотрите, я перешел в новую эпоху. Средневековая эпоха, она так называется. И средневековая эпоха, у меня из нее вот этого дали мне бесплатно мечника, и вот эту катапульту я купил. Поэтому из средневековой эпохи у меня два только, получается, ну, две единицы. И поэтому только вот сейчас я ими буду играть. Это нормал режим. Сейчас посмотрим вообще, как получится, нет у меня пройти на нем. И вообще, что я там смогу сделать. Так, смотрите, знаете, что надо сделать? Надо вот этого, думаю, мечника поставить. Или, хотя даже лучше вот этого. Блин, мне не хватает денег. Я только, получается, на мечника могу. Давайте вот так. Пусть мечник бьет. В принципе, нормально. Вот этих. Вот так вот тоже нормально, вроде более-менее. Ну, почти добивает. Чуть-чуть не хватает. Здесь надо еще вот эту вот поставить, чтобы было тоже хорошо. Так, здесь пока пальба вот такая, смотрите. Ждем, ждем, ждем. Сейчас вот эти как раз подойдут, а может по ним катапульта запустится, будет вообще супер. Здесь, смотрите, минус в чем? В том, что не важно, сколько здоровья вот у них вообще. Важно то, что у них атака. Видите, вот у них если атака 3, то каждый чувак, если который пройдет, даже у которого одно хп, он нанесет 3 здоровья базе. Ну, заберет. И это будет очень плохо. Если не сказать, что это очень ужасно. Поэтому, ладно, эти пока проходят, ничего страшного нет, я не буду туда торопиться добавлять, я хочу, потому что за 600 хотя бы вот этого чувака вот сюда поставить, чтобы он тут все обстреливал, яйцемет мой. Будет вообще супер, это тут одно здоровье осталось. Так, давайте-ка вот так сделаем сразу же, яйцемет будем ставить, давай-давай, деньги нужны. Яйцемет ставим вот сюда, все супер. Вот, видите, чтобы этот как раз побольше, вот этот наносит по 3. А этот получается по одному, но почаще. Как раз они вместе в связке будут немножко, ну я надеюсь, по крайней мере, ну по крайней мере работать, добивать. Смотрим, здесь, кстати, хп уже, ну нормально, смотрите. Все, те мне снесли, прошли, ничего страшного нет тут у них. Вот так, смотрите, неплохо. Все, можно следующую, давайте вызывать. Вызываем следующую. 300 вот так делаем. Так, здесь что? Стреляй, стреляй, давай. Еще. О, неплохо. Вот, мартышки. Блин, мартышки идут. Посмотрите, мартышки это полнейшая жесть, по-моему. Смотрим, сколько у них тут КП. Ну, в принципе, нормально должны. И надо, значит, вот это... Видите, здесь вообще позиция хорошая. Хотя вот это вот тоже радиус, прикиньте, будет большой. Он будет стрелять тоже нормально здесь. Но пока неплохо и так. Так, более-менее. Давай-давай, нормально. Сноси, сноси. Теперь делаем вот так. Все, отличненько. 1100, блин, не хватило немножко. 1100 хотел вот это прокачать, чтобы было отлично. Хотя и вот этого тоже надо прокачивать. И у него урон потом будет больше. Но пока не буду. Ладно, давайте пока вот это буду прокачивать. Потому что яйцемет здесь очень сильно мне пригодится. Ну-ка, давай-давай, катапульта помогает. Катапульта должна помогать. Давай, во, нормально. И главное, чтобы этот рыцарь побольше здоровья. Видите, они если один пройдет, 13 хп сносит. Это какой-то ужас полнейший. Это очень много. Так, мартышки нормально падают, некоторые мартышки. Это очень хорошо. Очень хорошо, что мартышки падают, да? О, хорошо, отлично. Как можно больше их надо завалить? Следующую волну пока не вызываю, потому что... О, неплохо, смотрите. Так, сколько тут еще будет? Так, теперь смотрите, я вот так сделаю. Ну, давай, давай, еще. Еще. Еще хоть одну мартышечку. О, нормально, все, одна проходит, ничего. Я больше делать ничего не буду, пусть так и остается. Теперь могу, смотрите, катапульты чуть-чуть получше сделать. И вот это было нормально. 7 урона, дальность повыше. Надо вот тоже катапульты, 1400, хотя это много. Можно, смотрите, вот этого пока... А, нет, денег нету, не хватает. Пока нормально, мартышки. Главное, чтобы мартышки все падали. Не считайте, по 13 урона наносит. Блин, вот здесь тоже неплохо, смотрите, скорость стрельбы огромная, 2000. Нам все, конечно, денег хочется, но денег нет на все. Сейчас посмотрим, как получится. Следующую волну вызывать тогда не буду, чтобы аккуратненько тут бить. Катапульта, надеюсь, поможет. Во, нормально. Давай-давай еще, вот. Так, у этих сколько? У этих еще здоровья осталось многовато. Во, нормально, катапульта помогла. Давай-давай еще. Еще, о, отличненько, супер. Так, 950. Теперь надо думать, что прокачать. 1400. Вот этот будет хорошо. И урон побольше был бы. Скорость стрельбы, конечно, маленькая. Здесь дверь. Блин, все хочется прокачать. Вообще не знаю даже как. Давайте, наверное, пока подожду. Пока подожду. Может быть, даже лучше яйцемет прокачать. Потому что он сильнее будет стрелять. Намного. И получается, вот таких вот будет.
сейчас все это время, считайте, яйцемет будет по нему стрелять. Он, конечно, мало наносит, но хотя бы что-то. Хотя вот этого тоже лучше, он будет вообще, считайте, всех валить. Всех хочется, все хочется прокачать, все супер, конечно, но, блин, ни на что не хватает денег. Он по два, но видите, получается, как медленно-медленно он будет так его, пока он идет. Придется, наверное, все-таки рыцаря прокачать одного, надо посмотреть, или вообще, может, вот этого копеечка прокачивает. Но пока не, пока у него 100 еще хп, представьте, а он наносит 30 урона. Ну, кстати, если даже один пройдет, ничего страшного в этом не будет, у меня пока есть здоровье. То есть, главное, я мелких всех завалю. 30 он мне нанесет, ничего страшного. Так, смотрим. О, я могу, получается, 2000 почти. Вы видели? Давайте я тогда, наверное, блин, вот этого как хочется урон нанести. Не, давайте все-таки мечника. Давайте вот так. Вот так. И 1800 еще останется. Чтобы он вот так бы, 1800, и видите, как круто. Он бы 14 наносил, он хотя бы вообще половину тут всяких горил бы убивал. 21 хп, серьезно? У него 21 хп. 18, блин, я так-то могу его завалить как-то. Может быть. Ну-ка. Давай, мечник, давай. Старайся, блин, придется, может быть, вот туда даже кого-то ставить. Мне кажется, 18 хп. Я не знаю, нанесет он, нет урон. Может быть, вот этого. Это 3 получается, этот у него урон вообще маленький. Ну, давайте я вот этого поставлю, вдруг он его завалит. Если 18 хп он уберет у него, будет вообще, конечно, круто. А здесь 2 чувака идут, потому что мне надо хотя бы одного завалить. Ну-ка, смотрим. Давай. Еще. Еще 3 удара. Еще один. Есть, отличненько, завалил. Супер. Если он его завалил, это хорошо получается, потому что эти пройдут, тогда мне хотя бы не так страшно будет. Они 60 хп хотя бы заберут. Хотя они, может, и не пройдут, кстати. Может, даже не пройдут, потому что у них 46. Нормально. Так, смотрим еще, на что хватает денег. На это пока не хватает. О, нормально, они даже, может, не пройдут. Это вообще супер. Давай-давай. О, неплохо, давай. Вот это бы вообще 2000, представьте, как круто бы прокачать. Или лучше вот это даже 1400. Вообще было бы... Все, отлично, этих завалил, так вообще супер. Только смотрите, что теперь происходит, видите? Сколько? Ну вот это, кстати, мечник, получается, помогает очень сильно. Он как раз вот этих всех очень сильно хп у них снимает, а эти уже дальше добивают. Ждем, пока новую волну не вызываем, 100%. Ждем, ждем, ждем. Потому что нужно, чтобы как можно больше мой яйцемет пострелял. Блин, как бы их прокачать лучше, вот я даже не знаю. Вот это было бы вообще, конечно, круто, если, смотрите, радиус будет еще больше. Вот это до сюда бы доставал, было бы вообще шикарно. И получается, урона у него будет больше. Конечно, все хочется, и этого хочется, этот зато в начале будет 14. Представьте, он в два раза будет сильнее. Не, наверное, лучше вот этого прокачает, потому что он реально в два раза, дальность плюс все остальное больше будет. Так, смотрим, смотрим, как смотрим теперь вот здесь вот. О, смотрите, у них сколько хп, вот эти точно пройдут. Ну, может быть, ладно, ничего страшного, если эти пройдут. Так, смотрим, вот эти, главное завалить вот этих двух хотя бы, получается. А эти уже пусть пройдут и пройдут. Так, давайте вот так сделаем. Все, прокачиваю его. Ух ты, какой крутой рыцарь. Смотрите, он может быть таким крутым. Нормально, 3500, он мне столько не накопить вообще никогда. Так, смотрим, что еще у нас. 300 тут осталось. Так, нормально. О, смотрите. Все, главное, мартышек я убил. А он почти в этих боссов, смотрите, он почти их валит хорошо вообще. Он очень хорошо их валит. У него осталось совсем чуть-чуть. Все, а эти тогда пройдут 2. Да, они уже пройдут 100%. Ничего страшного, по 30 и здоровье у меня. Вот хорошо, вот я до этого боссов завалил. Этот валится, у этого 110. Ну, может быть, еще, конечно, он выживет. Блин, получается, вот этого было бы круто. Представьте, его прокачать на 3500. Было бы вообще шикарно, да? Получается, было бы просто офигенно. Он бьет, кстати, хорошо. Но здесь 90, кстати. Он может даже тут еще этого даже завалить можно. Но мне бы вот такое, конечно, чтобы он тут побольше стрелял. Представьте, он тоже ведь сильнее будет катапульта в два раза практически. Эти проходят, ничего страшного нет, потому что мне уже ничего с ними все равно не сделать в любом случае. Пока ждем этого. Вот это еще тоже две. Все, все хочется прокачать. Ну ладно, пока нормальненько. Да, вот надо получать катапульты, потому что она прям очень хорошо сносит. Прямо очень хорошо. Давай еще, еще. Во, нормально. 20 еще давай. Еще. Во, неплохо. Все. Теперь даже если тот дойдет, 13, это должен... О, все, даже еще меньше. Все, супер. Теперь смотрите, 1400. Давайте вот этого берем. Отлично.
чуть-чуть побольше, а на последнем уровне, блин, вот на этом уровне, конечно, было бы, представьте, он как бы круто быстрее катапульта било и вот до сюда бы доставало. Ух ты, ничего себе, железный голем, серьезно. А как я его убить буду? Блин, вот только получается рыцарь спасает. Но он вообще не хватит. Давай-давай, еще, давай. Как можно больше, добей его. Нужно, получается, рыцарей побольше куда-то ставить. Так, вот здесь вот смотрим, как тут вообще происходит. Все этого добил, хорошо. 62 здоровья. У этого 90, мне его нельзя пропускать вообще никак. Если я его пропущу, будет полнейший ужас. Как думаете, я пропущу его? Так, ну-ка, 180, 175, блин, это ж как медленно бьет, смотрите. Как-то вообще прямо еле-еле. Получается, у меня против таких вообще нет никакой обороны. Только если вот это сейчас еще, конечно, побьет посильнее. Вот так. Ну, хотя, может быть, кстати, и получится. Давайте смотрим. Пока смотрим. Может, я еще рыцаря прокачаю побольше, и он тоже будет справляться. Но мне, похоже, надо куда-то вот сюда еще одного рыцаря. Или вот сюда лучше даже. Ну-ка, давайте посмотрим вообще куда. А, я не могу, денег же нет. 100. В принципе, главное, чтобы следующая волна не пошла. Пока нормально, 91, 80. Вот надо думать, либо будет это, надо будет прокачивать. Надо посмотреть вообще, сколько у него хп останется. Так, ну-ка давайте-ка вообще посмотрим. Нормально еще пока постреляет, 50, нормально. Смотрите, хорошо, хорошо, давай-давай еще. Еще, и вот этот давай тоже, хорошо. Этот еще несколько раз стрельнет, будет супер. Один раз точнее хотя бы, 19. Должен справить, катапульта хоть разочек. Есть, супер, 12 должно, 4 раза он должен ударить, правильно, да, вообще отличненько. Давайте следующую волну тогда. Вызываем следующую, смотрим, сколько там, 1600, и давайте вот сюда тогда поставим чувака. Так, лучше, наверное, тогда вот сюда, чтобы поближе он прям бил. Так, а почему он как-то мало бьет? Мало-мало, прям смотрите, вот так. В принципе, вот так нормально. Так, еще чуть-чуть. Да, давайте я вот так сделаю. Вот так, и еще бы 1100 было вообще, конечно, хорошо. Ну, чтобы он хотя бы 7 у него будет удара, да, это будет нормально. Сейчас, получается, вот эти пойдут, а потом еще пойдут другие. Так, ладно, смотрим вот здесь. Давайте пока здесь смотрим. Там пока война идет, вроде более-менее нормально. Еще давай. Все, отличненько. Теперь вот так делаем, прокачиваем вот этого. Все, супер. А, ну все здесь. Фу, я думал, сейчас будет здоровый голем. Хорошо, что его не было. Пока обычные вот такие, а по обычному-то нормально. Смотрите, здесь идет пальба. Здесь пока хорошо. Вот, супер. И мечники справляются. Еще бы тоже его 1800 прокачать. Прикиньте, как круто было бы. Два, получается, вообще было бы супер. Так, нормально. Вот, тут поэтому тоже, видите, достается, поэтому вообще супер. Тут пока вообще хорошо. Отлично, с этой волной справился, круто. О, денег хватило, 1800. А, немножко не хватило. Ну ладно, ничего страшного, надо обязательно вот этого прокачивать будет. На четвертый уровень. Потому что если опять здоровье пойдет, чувак, у которого 400 здоровья, будет полнейший ужас. Лучше бы, конечно, вообще 3500. Прикиньте, как бы он круто рубил. Вообще было бы супер. Ну пока ладно. Вот так, отлично. И давайте вот этого. Все, нормально. Да, более-менее неплохо. Чтобы как раз вот поэтому все супер. И теперь главное. Давай, ты по голему бей-то. По голему бей. Во, нормально, нормально. Давай-давай. Неплохо. И теперь все по голему. Так, у него 300 здоровья. Вот этот сколько он сейчас у него снимет. Но он здесь, кстати, долго будет бить. Смотрите-ка, нормально. Давай-давай, еще побольше снимай. Побольше хпшечек. Давай-давай-давай, еще немножечко, давай. И еще чуть-чуточку. Блин, я думал, еще разок хотя бы ударит. Нет, разок не ударил. Ну, 100. Надо, смотрите, чтобы это яйцемет мой 50 раз по нему ударил. И тогда только 50 раз. Ну, в принципе, может, потому что, смотрите, он так достаточно идет медленно, а это стреляет быстро, и плюс чем ему сейчас катапульта поможет. Ну-ка, нормально. Пока супер. Нужно будет рыцаря потом еще вот сюда одного, получается, поставить. Блин, как хочется на максимум рыцаря, вообще было бы супер. Ну, или хотя, в принципе, можно и даже обычного. Ну-ка. Нормально, все, здесь справимся, все супер. Здесь один еще рыцарь тоже на запасе стоит, но там, конечно, он особо бесполезный. Слишком далеко. Так, вот так, вот так. Ну, вот, все, супер. Этого завалили, того завалили. Отличненько. Сколько денег? 2000. Ничего себе, я могу вот этого прокачать. Так, 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 смотрите-ка. Может, этого реально прокачать? Будет больше урон. Он будет по большей площади стрелять. Давайте, все, прокачал. Может быть, и не... Может, надо было лучше вообще вот это дождаться. Ну, пусть. Пусть так. Нормально.
нормально, смотрите, здесь пока справляемся. Так, кто еще пойдет, кто? Да, вот этот обязательно железный. Я надеюсь, один железный пойдет. Блин, еще посмотрите. Еще, ничего себе идет. Вы чего, как там идете? Много, вы чего, ребята? Вот это да. А чего, как их много идет? Плохо, плохо, смотрите, это очень плохо. Ой-ой-ой, ну ладно, давай, мечники, начинайте хотя бы валить. Во, хорошо, мечники, главное, чтобы они вот поэтому, видите, побольше валили. Во-во, хорошо, супер. Все, а эти его догоняют, и уже вот это там будет добивать, ну, по чуть-чуть. Хорошо, блин, ну, вообще отличненько, смотрите-ка. А здесь уже по 3, считайте, мой яйценок стреляет, это уже супер. А здесь он вообще по 4 будет, прикиньте, как круто. И вот поэтому даже бьет, смотрите, видали, как достает? Хорошо, этого завалит уже, да и этого завалит. Блин, а здесь сколько? 3000, будет 12, урон здесь, скорострельность побольше, радиус всплеска больше будет. Не знаю, когда пульту ставить, не ставит. Лучше, наверное, 3500, лучше вот этого прокачать, он, наверное, больше будет. Или лучше вообще еще одного мечника, 2500 пока. Так, здесь сколько стоит? 4500, блин, как все хочется прокачать. Прямо здесь, видите, скорострельность увеличивается просто в разы, это вообще, конечно, круто. Ну, давайте подождем, пока вдруг... получится здесь выжить на этой волне. Если не получится, я вот сюда поставлю мечника, если сейчас будет совсем все плохо. Потому что хочу немножечко пока. Вдруг получится. Давай. Оп. Все, поэтому нормально. Во-во, смотрите, здесь хорошо. Так, еще один железный голем. Я надеюсь, он один только пойдет. О, ничего себе, вот это да. Один называется, там куча всего вообще. Во, нормально, мартышек там больше. За раз. Блин, посмотрите, сколько големов. Нет, придется еще одного ставить, я думаю. Давайте-ка, наверное, вот так поставим одного. Вот так. Вот так хотя бы. Ну, давай. Здесь у них, смотрите, еще много вообще. Ладно, здесь мечник помогает. Кстати, неплохо. Ну-ка. Да, сейчас мечник здесь поможет, хорошо. Здесь уже 200, блин, здесь здоровья тоже много. И катапульта помогает. Это тоже неплохо. Нормально, 1100. Смотрим, давайте-ка. Ну-ка, а поэтому бьет катапульта? Ой, яйцемет мой. Яйцемет, похоже, не достает. Вот как раз ему всплеск нужен. Видите, радиус всплеска побольше. Будет тогда вообще супер. Ну ладно, смотрим дальше. Смотрим. Давай. Ух ты, здоровье-то он еще так себе. Ну-ка, давайте посмотрим, докуда он будет бить его. У него еще 200 здоровья, это огромное количество. Так-то это пока очень много. 180, нет, пока нормальненько. Давай еще. Не-не-не, что так, по-моему, совсем вообще не хватает. Давай. Здесь он докуда будет бить? Вот здесь давайте посмотрим. Яйцеметик мой. Яйцеметик, давай. 100, ничего себе как. Так, вот теперь надо думать, как делать. 3500. Надо думать. Давай, еще. Еще чуть-чуть. Так, нет, тот не хватит. Надо получать. Ух ты, вот это да. И что мне с ним делать теперь? Мне, во-первых, придется прокачивать вот этого. Я не знаю, что вот с этим делать. У него здоровье просто ужас. 52. Мне придется вот этого прокачивать. Он точно не справится 100%. Вот так надо. Я надеюсь, он 52, кстати, справится. Нет, я не знаю даже. Или придется прокачивать еще больше вот этого чувака. Сколько у него получается? 7 урона. Это ему надо много так урона нанести, да? Давайте пока смотрим, что здесь происходит. Здесь у нас 1000. В принципе, может, кстати, с одним справиться. Ну-ка, давайте вот здесь главное. Смотрим. О, нормально. Здесь хорошо. Здесь даже неплохо, я бы сказал. Так. Ой, ты что творишь, парень? Блин, ничего себе, что он делает. Видали? Это какой-то ужас. Так, давайте-ка я вот этого прокачаю еще. Все, вот так, чтобы он еще больше стрелял. У него радиус, кстати, вообще хороший. Посмотрите, какой радиус. Сейчас будет бить побольше. 700 здоровья. Ничего себе. Да так-то, если честно, очень много. Но здесь вот эти парни более-менее справляются. А, 450. Я за его убийство получу 450 баксов. Видели? Это будет огромное количество денег. Это будет вообще супер. Давай. Давай еще. Но у него здоровья, конечно, очень много, посмотрите-ка. Так, получается, нужно, чтобы он до этого дошел, и у него где-то было сколько, 52 осталось здоровья. Если останется 52, этот завалит, получается. Будет тогда вообще супер.
Но пока что-то как-то не пахнет, что у меня будет 50. Пока нормально, смотрите-ка, 300 хотя. Давай-давай, побольше. Он идет медленно, это хорошо. Давай-давай-давай. Ему еще, в принципе, идти более-менее. А новая волна уже пошла. Так, 4500. Кого еще ставить, даже не представляю. Вот сюда могу поставить, в принципе, вот этого чувака тоже. Давайте, наверное, поставлю. Что еще делать придется? Ну-ка. Да, давайте, надо ставить. Давайте вот так. Ой, не так. Вот так вот. Чтобы более-менее уже начал стрелять хотя бы чуть-чуть. Точнее, не стрелять, а бить его мечом. Нормально. Так, так, так. Давай-давай. 450 я хочу. Вот этот нормально, нормально. Давай-давай. Просто видите, что плохо. Вот этого не завалили. Все, его завалили. 450 дали. Во. Теперь, чтобы все по этому, видите, стреляли. Самое главное, чтобы все стреляли по этому чуваку. 3000. Вот на что теперь деньги копить? Надо думать, на что деньги копить. У него здоровье тоже. Вот этого может, конечно, прокачать какого-то. Представьте, 23 урона будет. В принципе, было бы круто вот сюда как раз начало поставить какого-то чувака первого крутого. Пока теперь, смотрите, здесь нормально вроде. 1000. Ну, хотя не очень нормально, но более-менее. Потому что здесь-то, считайте, завалили с этим чуваком. А тут еще у нас один есть вот такой чувак. Поэтому должно быть более-менее. Так, 800. Сейчас вот тут еще повалит. Что-то хотя бы по... Сейчас посмотрим. Давай-давай, парень. Нормально. Блин, кого-то оглушил, только не этого. Чувак, только не этого. Метнул вот в того, вот в этого, но только не этого. Блин, ну это ужас, смотрите. Давай, чукивайся, парень, давай. Давай-давай, ну парень, давай, во, хотя бы чуть-чуть. 700, это, кстати, уже, считайте, совсем плохо, да? Получается совсем какой-то ужас. Но придется, если что, кстати, вот этого, может быть, тогда придется опять прокачивать до 4 уровня, хотя бы, чтобы у него урон был, считайте, 14. Наверное, придется так, я не знаю, хватит, не хватит, считайте, за него 450 дают, это же вообще круто. 500, нет, что-то как-то у него здоровья совсем много. Давай-давай-давай. Еще чуть-чуть, давай. Мне даже прокачивать, вот чтобы быстро, кого мне прокачивать? Вот этого я прокачаю, толку никакого, этого тоже никакого. Получается, только вот таких вот мне прокачивать, копейщиков, рыцарей, точнее. Давай-давай, 400. Более-менее. Получается, это справляется только если 50 у него. Так, смотрим. Смотрите, плюс 7. Так, все уже. Последняя волна, серьезно? Последняя волна? Давайте я, знаете, что сделаю? Я, наверное, вот этого прокачаю тогда вот так, смотрите, что здесь. Вот это на максимум. Все, пусть стреляет, во, бьет точнее. Блин, посмотрите, как он круто рубит. Вот это нормальненько пока. Так, 200. Вау, посмотрите, алмазный голем. Ну, последняя волна. Знаете, почему я так сделал? Потому что этот будет... Я его потом продам, если что. То есть я пока сейчас подожду, он пока хотя бы побьет вот этих всех чуваков. Потом я продам, если что, и успею кого-нибудь здесь прокачать. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что так будет. По крайней мере, время хватит. Пока эти идут, он по ним побьет, потом я реально продам. Могу вот здесь потом на максимум еще купить кого-то. Так, 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 смотрим. Кстати, пока неплохо, 900. Вот этого главное потом завалить. И главное успеть вот этому еще. Сейчас смотрим, смотрим пока. Средневековая эра, считайте, это все уже. Так, давай, давай, давай. Так, все, вот этот уже получается. Все, больше никто не выйдет, я надеюсь, по крайней мере. Если никто не выходит, этого я вот так вот делаю. Теперь смотрите, что делаю. Вот этого прокачиваю. Вот так. Еще бы 3500 его прокачать, было бы вообще супер. Но пока делаем так, смотрите. Вот так, чего у него там по здоровью. Ну, в принципе, нормально. Я могу вот этого тоже продать. Потом вот этого прокачать. Давайте вот так. Все, здесь один на максимум. Это уже на потом. Он этого как раз завалит. 450 еще денег, смотрите-ка, пока нормально. Все. И ждем. Пока жду, жду, жду. Для чего жду? Для того, чтобы... Вот эти, смотрите. О, у них нормально. А, вот это здоровый. Смотрите, у меня ничего себе. 1200 здоровья. Это ужас. Ладно, хотя бы одного завалить. Потом-то у меня получается вот этих вот тоже можно будет продать. Ну, давайте я пока буду... Я, наверное, вот этого пока прокачивать не буду на максимум. Потому что он, считайте, скоро уже все. Можно... Ну, сейчас давайте. Так, смотрим. Вот этого продаем. Все, продал, 3000 еще осталось. Одного сейчас завалим, второго. Ну, более-менее тоже. Поэтому, видите, вот поэтому не попадает.
Даже катапульта, но вот поэтому попадает. Поэтому хорошо. Валим, считайте, двоих одновременно. По чуть-чуть, потом, пока я просто, видите, хочу подкопить деньги, может быть, придется вот здесь потом ставить одного на максимум. Наверное, так. Сейчас пока... О, есть, завалил, отличненько. Все, поэтому тоже 1000 здоровья, это, конечно, очень много. Но есть у меня вот этот чувак, у которого, в принципе, 23, это рыцарь супер крутой. Он должен справиться, давай-давай. Вот здесь это еще помогает, тоже неплохо. Поэтому тоже идем, пока бьем. Неплохо, давай-давай. Я не знаю, кстати, один рыцарь справится, но потом второй, если что, еще 4 300, ничего себе, 900 осталось, это, конечно, какой-то ужас, в плане как сложно. Я вообще не знал, смогу ли я, нет, давай, еще. Давай, все, этот уже не бьет, получается, продаем. Продаем вот это тоже уже не бьет, продаем вот это. Теперь вот это продаем, и все. И останется что сделать? Останется, ну-ка, если вот так вот, надо подумать, кого, может быть, вот сюда сразу еще поставить, как думаете? Просто поставить вот сюда сразу, а он вот здесь, интересно, будет доставать, вот прям до этой штуки, было бы прикольно. Сразу вот здесь, смотрите, вот сюда, давайте-ка, ну-ка, вот так вот как. Он, может, достанет, если на максималке будет, и тогда будет вообще круто. Давайте тогда пробую, что делать, надо рисковать. О. Вот так, и еще нормально. Но я надеюсь, он будет бить. Давайте смотреть. Теперь можно смотреть, что еще даже сделать. Одного, ну хотя давайте потом. Пока вот эти посмотрим, как они справятся. 850 у него хп, как два рыцаря. Посмотрите, они какие крутые. Вообще выглядит круто. Главное, чтобы он, кстати, вот здесь вот бил его. Если нет, то получается, я ужасно поставил. Посмотрим. Нет, серьезно, он двоих оглушил, серьезно? Это провал, полнейший провал, жесть, давайте, парни, оглушайте, точнее, серьезно, это вообще провал, вот, давай, ну-ка, 500 у него осталось, давай, еще, этого можно продать, вот этого, блин, 200 у него осталось, 200, так, один же может на максимум. Давайте я попробую вот сюда поставить. Нет, сюда не заходит. Ну, давайте вот сюда тогда поставлю. Теперь делаем вот так вот. На максимум прокачал. И делаю тогда... Даже не знаю, катапульта. Нет, давайте лучше вот это поставим. Давайте вот так. Все, пусть стреляет. Хотя можно еще и катапульты. Не, не хватит. Денег на катапульту не хватит. Тогда прокачиваем вот так. Все, хотя бы чуть-чуть. Пусть побьет немножечко. Побьет чуть-чуть. И рыцарь, я надеюсь, справится. Главное, чтобы он кирпичом своим не ударил. Будет полнейший ужас, если он кирпичом ударит. Давай еще, давай. Так, сколько он здесь, он прям до сюда будет бить. Давай, начинай. Давай, о, нормально. Давай еще, нормально, должен справиться, если не оглушит. Если он оглушит, будет жесть. Есть, это победа. Видали, как круто. Блин, это было реально сложно. В соло я получил максимум победы на выживание. Все вроде бы отличненько. Просто супер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.